Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5. Урок 15. Построй в тетради координатный угол и выполни предыдущее задание для точек А с координатой 1, 1, Б с координатой 8, 2 и С с координатой 9, 9. Итак, построим треугольник АБС, вершины которого находятся в точках А 1, 1, Б, 8, 2 и С с координатой 9, 9. Какие гипотезы можно вывести из проведенного исследования? Гипотеза – это предположение. Докажем, что наблюдаемая закономерность не выполняется для прямоугольного треугольника с катетами 5 см и 12 см. Итак, угол А равен углу С и равен 40 градусам. Угол Б получается равен 100 градусов, так как сумма углов треугольника равна 180 градусов. А Б равно БС и равно 3 сантиметрам. Это нам показывают измерения. А С равно 5 сантиметров. Треугольник является равнобедренным. М имеет координату 5, 5. Следовательно, БМ является биссектрисой угла Б, так как делит угол пополам. Луч БМ перпендикулярен отрезку АС. Прямоугольный же треугольник с катетами 5 см и 12 см – не может являться равнобедренным, значит и проведенная из его вершины биссектриса не будет делить его на два равных треугольника, следовательно, данная закономерность для него не выполняется. Прямоугольный треугольник должен быть еще и равнобедренным. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.